Шалом, друзья! Поздравляю с праздником Ханука! И сегодня мы с вами будем готовить творожные снежки в ореховой панировке. Берем творог, добавляем яйца. Ванильный сахар по вкусу. И перемешиваем с просеянной мукой. Если вы хотите, чтобы снежки были сладкие, добавьте 2-3 ложки сахара столовой и немножко изюма. Тесто должно быть эластичным, чтобы вы могли вот такими шариками скатывать и ложить в кипящую воду. Пока вода закипает, подготовим ореховую панировку. Сформируем шарики. И сейчас снежки опускаем в кипящую воду. Как только вода закипит и снежки всплывут, несколько минут они должны покипеть. Шумовкой вынимаем снежки на тарелку. И обваливаем в панировке. Сделаем несколько штучек сладенькими. Бетавон, приятного аппетита!